Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем толкование Нового Завета по нашему трехтомнику Блаженного Фафилакта вместе с Откровением. Повторяю, за 2000 лет впервые вышел в одном комплекте полное толкование Нового Завета. Показать, как он издан. Каждый том 752 страницы, и в каждом томе 80 раскрашенных иллюстраций Гюстава Доре. Некоторые, допустим, никогда не видели даже, но можно показать. Вот оно как выглядит. В полный лист. Закладками можно выписать книги, купить, приобрести. Вот так. Номер 22, то есть 22 ролик по Луке, Евангелие. Евангелие от Луки 22, 13, 20. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами Пасху сию, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Толкование. Пасху ели стоя. Как же о Господе говорится, что Он возлег? Говорят, что съев законную Пасху, возлегли уже после, по общему обыкновению есть прочие какие-нибудь яства. Я очень желал есть с вами сию Пасху, потому что в ней я имею преподать вам великие таинства, таинства Нового Завета. Сим он показывает, что он добровольно будет страдать, ибо ему, так как он знал о предстоящих страданиях, без сомнения, можно было уклониться от оных, подобно тому, как и в предшествовавшее время, Иоанна 8:59. Слова «не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Некоторые из святых разумели так: пока не воскресну, ибо после воскресения, обращаясь с учениками, он ел и пил с ними, как и Петр говорит Корнилию, которые с ними и ели, и пили по воскресении его из мертвых. Деяния 10:41. Что воскресение есть Царствие Божие, это очевидно, ибо воскресение есть разрушение смерти. Смерть царствовала до Адама, от Адама до Христа, а с того времени разрушенная, она уступила победу и царство Господу. Как сказано: «Смерть, где твоя победа?» Осия 13:15. И Давид говорит: «Господь царствует» Псалом 92:1, Исаия 63:1. Иные же под Царствием Божьим разумели будущее состояние, а под питием Господа с нами в будущем веке откровение им тайн, ибо Он человеколюбец, радуя нас, Сам радуется и питая нас, Сам питается и наше питье и пищу, то есть учение вменяет в пищу себе. Итак, он будет тогда пить некоторое новое питье с достойными, открывая им всегда нечто новое и необычайное. Когда был дан Ветхий Закон, то печатью потреблена была кровь неразумных животных. Исход 24:5-8. А ныне, когда Бог Слово стал у человека, Новый Завет для нас запечатлевается Его кровью, словами, которые за вас предаются, которые за вас проливаются. Но не показывает, что тело его предано и кровь его пролита за одних только апостолов. Так, еще раз. За одних только апостолов, но за весь род человеческий. Итак, когда говорит, что за вас предается, ты понимаешь, что за ваш род, за род человеческий. Древняя Пасха совершалась во избавление от рабства египетского, и кровь Агнца проливалась за сохранение первенцев. А новая Пасха – во оставление грехов и в сохранение помыслов, назначенных для посвящения и посвященных, и посвященных Богу. Прежде преподается хлеб, а потом чаша, ибо прежде бывает деятельность трудная и неудобосовершимая.
Добродетели предшествуют пот, подобно как и хлеб. Не только возделывается в поте лица, но и во время употребления требует трудов. Бытие 3.19. Потом уже, после трудов, бывает радование о благодати Божией, что означается чашей. Ибо кто потрудится в неудобо совершимой добродетели, тот впоследствии удостаивается дарований и испытает доброе опьянение, отрешаясь от мира сего. Лука 22.21-27. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали расспрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий, но горе тому человеку, которым он предается. Толкование. Хотя ему предназначено пострадать, но ты зачем оказался так зол, что решился предать его? Зато и достанется тебе в удел горе, что ты оказался склонным на предательство, так как и змей проклят за то, что он послужил орудием козни дьявола. Вероятно, один из них говорил другому, ты хочешь предать, а сей опять ему, нет, ты хочешь предать. Отсюда перешли к тому, что начали говорить, я лучше, я больше и подобное. Именно в то время он, как сказано, разделил им хлеб и чашу. Если я, которому поклоняется вся ангельская и разумная тварь, служу посреди вас, то вы как осмеливаетесь думать о себе много и спорить о первенстве? Лука 22:38-34. Но вы пребыли со мною в напастях моих, и я возвещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пиете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Толкование. Сказал, да едите и пиете, не потому, будто бы там будут яства, и будто бы царство его чувственное. Ибо ответом своим саддукеям он сам научил, что там жизнь ангельская. Лука 20:36. И Павел учит, что царствие Божие не есть пища и питье. Римлянам 14:17. Поэтому, слыша слова, да едите и пиете за трапезой моей, никто да не соблазняется, но пусть понимает так, что они сказаны применительно к тем, кои пользуются почетом от царей мира сего. Ибо тех, кои разделяют трапезу царя, считают первенствующими над всеми. Так и об апостолах. Господь говорит, что Он предпочтет их всем. Равно, когда слышишь о сидении на престолах, разумей не престолы, но славу и честь. Ибо из сотворенных и рожденных никто не будет там сидеть. Сидеть прилично единой Святой Троице, не созданному и царю, всего Богу. А тварь, как раба, должна стоять. И то мы говорим телесно о сидении и стоянии. Судить, то есть осуждать тех, кои не уверуют из 12 колен. Ибо не уверовавшим израильтянам служат немалым осуждением. Апостолы, которые и сами суть израильтяне, однако же уверовали. Сатана просил, чтобы сеять вас, то есть смущать, портить, искушать. Но я молился. Не думайте говорить, что все это совершенство от вас самих. Ибо дьявол напрягает все силы, чтобы отторгнуть вас от моей любви и сделать предателями. Господь обращает свою речь к Петру, потому что он был и дерзновение прочих, и, вероятно, возгордился обещаниями Христовыми. Поэтому, смиряя его, Господь говорит, что сатана много усиливался против них. Но я молился о тебе.
говорит так по человечеству. Ибо как Бог, какую имел он нужду молиться? Я, говорит, молился, чтобы не оскудела вера твоя. Хотя ты и поколеблешься несколько, но в тебе сохранятся семена веры. И хотя дух искусителя потрясет листья, но корень жив, и вера твоя не оскудеет. И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Это удобно понять. Именно. Так как я к тебе первым обратился со словом своим, то после того, как оплачешь свое отречение от меня и придешь в раскаяние, утверди прочих. Ты, обратясь, для всех будешь прекрасным примером покаяния, и никто из верующих в меня не будет отчаиваться, смотря на тебя, который, будучи апостолом, отрекся, и однако же через покаяние снова получил свое прежнее значение среди всех апостолов и среди избранников Божиих из всей вселенной. Сатана просил, чтобы сеять тебя и испортить, как чистую пшеницу, мешав в нее грязи. Потому что он, по своему обыкновению, завидует тебе в любви ко мне. Так он поступил и с Иовом. Но я не оставил тебя совсем, чтобы вера твоя не оскудела совершенно. Итак, содрогнемся при мысли о кознях дьявола, как они сильны против небрежных. Лука 22:35-38. И сказал им: когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и всему написанному, и к злодеям причтен, ибо что то, что о мне, приходит к концу. Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: довольно. К злодеям причтен. Вот на меня нападает, это награда. К злодеям причтен. Еще раз, сколько вот этот выходил, говорю: ну, конкретно скажи. Нет, вот будь как я, а будьте помягче. К вам будут лучше относиться, а врагов будет меньше. То есть мы вас не будем трогать. То есть я должен раствориться и сделать себя, как он. Это к предательству зовут. К предательству Божие. Бог от меня все отнимет. Сразу же. Толкование. Ибо сам, заботясь о них, как о слабых, он устроял так, что и без их заботы в обилии текло к ним все нужное. Вот я тоже беру, опять ко мне идет. Сижу дома, у меня все есть. Вот садимся за стол, ты видишь как. Все нанесут нам. И говоришь: не надо, не бери, а бесполезное дело. А теперь он повелевает противное, не противореча, впрочем, себе, но объявляя им, что доселе он ухаживал за ними, как за детьми, и не заставлял их ни о чем заботиться. А отселе они должны считать себя возмужалыми и заботиться сами о себе. Я, говорит, заботливый отец ваш, отхожу уже. Вот вчера принесли баночку после моления. Я спрашиваю Андрея Крицкого, молился: что за баночка? Вы говорите: тыква. Вы думаете, просто так тыква? Я в прошлый раз говорил: тыкву тест принесли. Я сказал, я на шкаф положил, вы на шкафу не брать. И кто-то утащил эту тыкву. А может, тот человек теперь и принес это. Сварил и принес. Может. Вот как. Отселе, примите сами на себя заботу о своих делах, а не возлагайте всего на меня. О. Ибо дела ваши будут не таковы, как были легки и нетрудны. Но вы подвергнетесь и голоду, и жажде, и многим бедствиям. На это намекает словами о душе, о мешке, суме и мече. Поэтому будьте бодры, так как вы имеете алкать и нуждаться в пище. То есть мы должны огород сажать, заботиться, подвалы копать, сохранять пищу, варенье, разное соление. Теперь будете заботиться о себе. На что намекают с умой и мужественны, так как впадете во многие опасности, что указывает меч. Да. Говорит это, конечно, не для того, чтобы они носили с собой мечи, но чтоб, как я сказал, объявить о войнах и бедствиях и сделать их ко всему готовыми, чтобы потомки не подумали, что апостолы ничего от себя не принесли для благочестия, но все было от Бога. Господь говорит: нет, да не будет так, ибо я не хочу пользоваться моими учениками как бездушными орудиями, но требую, чтобы они приложили и то, что могут сами от себя. И действительно, ты найдешь, что апостолы, и особенно Павел, удачно исполняли многие из человеческих искусств. Деяния 18.3, 20.34. Разве только в них не отсутствовала и помощь Божия.
Вместе с сим это полезно было и для скромности апостолов, ибо если бы они, не заботясь сами ни о чем, всего ожидали от Бога, и им все давалось бы, то они могли бы возгордиться, как получивший в удел нечто высшее человеческой природы. А теперь сам одежду, шей, обувь, ну, точай, скотину держи, тебе все пойдет на пользу. Сверх того, природа стала бы недеятельной и растлилась бы, если бы они ничего не изобретали сами от себя, а ожидали всего именно, как говорится, в измолотом виде. То есть булочки растут где-то на деревьях. Ты же покажи, как пшеница-то, сколько с ней делов-то осенью сохранить. Надо, чтобы схожесть была, посеять вовремя, дожди. Ты будешь знать, что этот хлеб значит. Это у Сергея Михалкова есть такое стихотворение, он идет и булку, и ребятишки гоняют в футбол. Булку белую. Ну и дальше он об этом написал. Ну, это отец этого Никиты Михалкова. Поэтому Господь говорит им, от силы носите с умы. То есть, как так располагайтесь и заботьтесь, как имеющий испытать голод. И купите мечи, то есть, так берегите себя, как имеющий встретить опасности и войны. Некоторые покупку меча разумели иначе. То смотри, вот говорят, имейте все, что это? Это как раз пластиковая карточка, чтобы у вас была. Сберкнижка, где-то что-то, как говорят, на черный день. Да. Пенсия какая-то. Сим говорят, он намекает на имеющее вскоре совершится нападение на него и на то, что его захватят люди-убийцы. Так как пред этим временем они спорили друг с другом о первенстве, то Господь говорит, теперь время не спором о первенстве, но время опасности и убийств. Как раз и будут убивать, как у евреев лозунг. Найди лучшего христианина, убей его, Шульхан Арух говорит. Так что ты будешь, а справа, слева, значит, ты будешь кто? Близкий, а как Немцова, как этого сейчас там Баранкова, кого убили, депутата. За тобой гоняться будут. Как этот, одного, другого смотришь, уже нету. Восстал где-то против. Ибо и меня, учителя вашего, отведут на смерть, и притом на смерть бесчестную. Но через это исполнится на мне сказанное, и к злодеям причтен был, Исаия 53:12. Итак, желая указать на разбойническое нападение, он упомянул о мече, и не открыл совершенно, чтобы не смутились каким-нибудь ужасом, не умолчал совершенно, чтобы не пришли в смятение в случае внезапного нападения, особенно же для того, чтобы, вспоминая впоследствии, подивились его предведению и почудились, как он, однако ж, предал сам себя на страдания за спасение людей, а поэтому и сами не убегали ни от каких болезней за спасение некоторых. Он, видя, что они не поняли, говорит, «Довольно, хотя и не было довольно, ибо если бы против пришедших разбойническим образом нужно было употребить человеческую помощь, то недовольно было бы и сотни мечей. Если же не человеческое, но божественное содействие нужно было, то излишни были и два меча». Хорошо. Однако ж Господь не захотел обличать их в непонимании, но сказав «довольно», отошел. Лука 22:39-46. «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на ввержение камня». Что значит «навержение»? Может, наверх камня имеется в виду. Наверх камня. Ты, если не знаешь, лучше спрашивай. Навержение означает на бросок камня, на длину. Отошел от них навержение. А-а-а. То есть, куда камень подлетит. Ну, сколько он камень летит? Там метров там 50-30. И, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежно молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им, «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». А что такое стигматы? Это знаки раны появляются. Вот оно откуда идет, вот они раны-то, стигматы. Пот падал, как кровь, и теперь где-то что-то выступает от них. Толкование. Поэтому горе тем, кое после учеников обращается к постыдным делам блуда. Как человек, он желает пожить и молится о мимонесении чаши. Ибо человек, животолюбив,
и через то не спровергает ереси, по словам коих он вочеловечился призрачно. Ибо если и после таких действий человеческой природы находили повод подобным образом пустословить, то чего не насказали бы, если бы сих действий не было? Слово «насказали» – такое редкое слово, то есть сверху не наговорили, кроме к уже сказанному. Итак, желание, чтобы чаша пронесена была мимо, принадлежит человеческому естеству, а вскоре затем сказанные слова «однако не моя воля, но твоя да будет» показывают, что и мы должны иметь такое же расположение и также мудрствовать, подчиняться воле Божией и не уклоняться, хотя бы наша природа влекла и в противную сторону. Не моя человеческая воля, но твоя да будет, и эта твоя не отделена от моей божеской воли. Единый Христос, имея два естества, имел без сомнения и волю, или желание каждого естества. Двуволя. Вот где, откуда монофизитство, монофилитство. У нас два, а они придумали одно. Божеского и человеческого. Итак, человеческое естество сначала желало жить, ибо это ему свойственно. А потом, следуя божеской воле, чтобы все люди спаслись, воле общей Отцу и Сыну и Святому Духу, решилось на смерть. И таким образом одно стало желание – спасительная смерть. Ибо о тех, кои сильно трудятся, обыкновенно говорят. Так, ну, что-то. Что они потеют кровью, подобно как и о тех, кои горько сетуют, говорят, что они плачут кровью. Это-то желая показать именно, что с него текла не какая-нибудь тонкая или как бы для видимости показывающаяся жидкость, но падали крупные капли пота. Евангелист для изображения действительности употребил капли крови. Как капли крови. А в кино прям с него кровь выступает на лице. Ну, может быть и такое, но тут толкование дается. Как? То есть сравнил, как кровь течет. Отсюда явно, что естество, истощающее пот и находившееся в борении, было человеческое, а не божеское. Ибо естеству человеческому допущено было испытывать такие состояния, и оно испытывало, чтобы с одной стороны показать, что он не призрачно являлся человеком, а с другой, цель сокровенная, чтобы врачевать общую человеческому естеству боязливость, истощив оную в самом себе и подчинив ее воле божеской. Некоторые же изъясняли сии слова так, что ему явился ангел, прославлял его и говорил: «Твоя, Господи, крепость! Ибо ты одолел смерть и ад, и освободил род человеческий». Это так. Он же, найдя учеников спящими, выговаривает им и вместе убеждает молиться в искушениях, чтобы не быть от них побежденными. Ибо не впасть в искушение, значит не быть поглощенными от искушения, не стать под его властью. Ибо самим себя ввергать в искушение, значит отважничать и гордиться. То есть не лезь, я не боюсь. Делай что угодно, рубаху на груди рвет. А ты гонят, убеги, спрячься. Как же Иаков 1.2 говорит: «С великою радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Что это? Не противоречим ли мы себе? Нет, ибо Иаков не сказал «вергайте себя», но «когда подвергнетесь, не падайте духом, а имейте всякую радость и невольное некогда сделайте вольным». Укажи ты мне место в Писании, где бы буквально повелевалось молиться о том, чтобы впадать в искушение. Но ты не можешь указать. Не знаю, этот вопрос задать, не знаю. Не выдумывай. Знаю. А то пошли мне искушение, Господи, я не могу так спастись. Дай мне, а говори так, пошлешь искушение, не выдержу, без искушения не спастись. Ты сам знаешь как, вот как надо молиться. Знай, что два вида искушения, и что некоторые... Долг молиться, а не впадение в искушение, разумеет об искушении, побеждающем душу. Например, об искушении блуда, искушении гнева. А всякую радость должны иметь тогда, когда подвергаемся телесным болезням и искушениям. Ибо в какой мере внешний человек тлеет, в такой внутренний обновляется. 2 Коринфянам 4.16. Хотя знаю я это, но предпочитаю то, что более истинно, и что ближе к настоящей цели. Лука 22, 47, 53. Когда он еще говорил это, появился народ,
а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть Иисус. Тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? Один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Я как раз понимаю, так вот, не давали перевод на родной язык. Первосвященники, как разбойники вышли. Приватизировали Христа. Народ о Христе-то ничего не знал. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы. Толкование. И громовые стрелы не просыпались в неблагодарного и в коварного. Так Спаситель учит нас не злобию в таких обстоятельствах. Он сукоризной говорит только: Иуда, целованием ли предаешь? И уже ли не устыдишься самого вида предательства? Зачем к дружескому поцелую примешиваешь предательство, дело вражеское? Да и кого предаешь? Сына Человеческого, то есть смиренного, кроткого, снисходительного, вочеловечившегося ради тебя, и притом истинного Бога. Говорит это потому, что до последнего времени пламенел к нему любовью. Поэтому не обидел его, не назвал его бесчеловечным и крайне неблагодарным, но назвал его собственным именем Иуда. И не упрекнул бы, если бы и это не служило к его улучшению в случае его желания. Ибо он сделал это, по-видимому, упрекнул для того, чтобы Иуда не подумал, что он укроется, но чтобы, по крайней мере, теперь, признав его владыкой, как всеведущего, припал к нему и раскаялся. Господь знал, что Иуда неисправим. Однако же творил свое, подобно как и отец его творил в Ветхом Завете. Знал, что евреи не послушают, однако же посылал пророков. А вместе и нас научает всему самому, именно, чтобы мы не оскорблялись при исправлении падающих. Ученики воспламеняются ревностью и извлекают мечи. А откуда они имели их? Им естественно было иметь их, так как они перед этим заколали агнца и вышли из-за стола. Но горячий Петр получает упрек, потому что употребил ревность вопреки намерению Господа. Тогда как прочие спрашивают, не ударит ли нам, он не ожидает одобрения. Как везде он был горяч за учителя, но ударяет раба первосвященникова и отсекает ему правое ухо. Это случилось не случайно. Это сделалось не случайно. Но в знак того, что первосвященники тогдашние все сделались рабами и потеряли правильный слух. Ибо если бы они слушали Моисея, не распяли бы Господа славы. Иоанна 5:46. Иисус приставляет ухо, ибо великой силе слова прилично исцелять непокорных и давать им ухо для слышания. Говорит первосвященникам и начальникам храма, то есть распорядителям, поставленным для удовлетворения требований священников, или начальникам, называя тех, которым верялись дела при постройке и украшении храма. Говорит им: «Всякий день учил я в храме, и вы не хотели взять меня, а теперь пришли как на разбойника. Впрочем, вы предпринимаете поистине дела ночи, и власть ваша есть власть тьмы. Поэтому вы точно выбрали в такое время, которое прилично вам». И дело, которое вы предпринимаете. Лука 22, 54, 62. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь посреди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и смотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них?» Но Петр сказал этому человеку: «Нет».
Прошло сейчас времени. Еще некто настоятельно говорил, точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал. У католиков петушок на храме крутится, все время напоминать, и к Петру это связано, вместо креста петушок. Толкование. Петр, по предсказанию Христову, оказался слаб и отрекся от владыки Христа не однажды, а трижды. И отрекся с клятвой, Матфея 26:74. Может быть, им овладела такая робость, и он на некоторое время оставлен был за его дерзновение, как бы в научение, чтобы он и к прочим был снисходителен. Но тогда он впал в такой ужас, что не почувствовал бы и падения, если бы Господь, обратясь, не взглянул на него. О благость! Сам находился под осуждением, а заботится о спасении ученика. И справедливо. Так точно и подробно описывает Марк, глава 14. И передает это, как узнавший от Петра, ибо он был его учеником. То есть Евангелие от Марка считается Евангелие Петра на самом деле. Ибо петух имеет обычай, и за каждый прием петь раза два или три. Кукарекает. Потом, естественно, было ему снова войти, чтобы не подать большего подозрения, что он был Иисусов. Когда же снова пришел в чувство, тогда уже выходит и горько плачет. А чтобы не быть замеченным от находившихся во дворе, выходит тайно от них. Некоторые, не зная почему, слагают безумную защиту в пользу Петра, дерзко говоря, что Петр не отрекся, но сказал, «Я не знаю сего человека», то есть знаю не как простого человека, но как Бога, сделавшегося человеком. То есть оправдывает. И он как называет? Безумная защита. Безумная. Защищать – это безумие. Так, может, там еще что-то сверху? Ага. Этот безумный довод оставим другим. Ибо они Господа представляют лживым, противоречат связи евангельской речи и никак не могут согласить порядок повествования. Да и о чем Петру плакать, если он не отрекся? Все. Это католики, конечно, придумали. Петра защищая. Ты там хоть следишь? На этом конец. Слава Христу. Слава Христу.